В четверг в Греции начался обратный отсчет времени до начала 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Под звуки флейты и тимпана спортсмены образовали 5 скрещенных колец. Подъем флагов Олимпийских игр Бразилии и Греции сопровождался хоровым исполнением гимнов. С речами к собравшимся обратились мэр Олимпии Эфтизиус Кодзас, президент оргкомитета Рио-2016 Карлос Нузман и глава МОК Томас Бах. Президент Бразилии Дилма Русеф, которой грозит процедура импичмента, отменила визит в Олимпию. Зажжение олимпийского огня состоялось в храме богини Геры. Верховная жрица, актриса Катерина Леху, вознесла молитвы Аполлону и Зевсу о ниспослании солнечных лучей, о мире и увенчании победителей игр. Жрица поднесла факел к параболическому зеркалу, вспыхнуло пламя, после чего огонь был вынесен на стадион. В числе новшеств нынешней церемонии – театрализованное представление в древнегреческом духе. Молодые актеры оживили статуи куросов, юношей-атлетов и кор – девушек, задрапированных в длинной одежды. Жрицы Геры исполнили танцы под музыку современного композитора на древнегреческие мотивы, после чего наступила кульминация торжеств. Верховная жрица зажгла факел и передала его вместе с оливковой ветвью чемпиону мира 2015 года по спортивной гимнастике Элефтериусу Петруниасу. Другая жрица выпустила в небо белого голубя мира. У памятника основателю современных игр Пьеру де Кубертену Петруниас вручил факел бразильскому волейболисту, двукратному олимпийскому чемпиону Джованни Гавио. Эстафета Олимпийского огня будет продолжаться 100 дней. В Рио-де-Жанейро факел прибудет 3 августа. Игры откроются спустя 2 дня.